2000 человек в день – это своеобразный рекорд Анапского многофункционального центра. 6 дней в неделю, без перерыва, здесь обслуживают жителей и гостей курорта. Как рассказал руководитель МФЦ, в летний период количество обращений увеличивается в 2-2,5 раза. Сегодня в центре можно получить помощь по 287 услугам. Самые востребованные услуги на сегодняшний день – это переход права собственности, это работа с Пенсионным фондом Российской Федерации, это работа с Росреестром, с кадастровой палатой, а также с Федеральной миграционной службой. Во время вот сейчас проведения чемпионата мира по футболу в Российской Федерации нашим многофункциональным центром принято более 2500 заявителей с просьбой о временной регистрации и о регистрации, скажем, в наших органах Федеральной миграционной службы для посещения футбольных матчей и участия в проведении, то есть этого чемпионата в качестве болельщиков. Несмотря на увеличившееся количество клиентов, работа отлажена бесперебойно. Электронная очередь оптимизирует поток. На приеме граждан работает 38 человек. Среднее время обслуживания – 15 минут. Однако индивидуального подхода никто не отменял. Где требуется больше времени, специалисты его предоставляют. Обращаются по разным услугам. Это и детские сады, и регистрация права, и прописка. Очень много. Те, кто приезжает с других регионов, прописываются у нас на постоянном месте жительства. На временном месте жительства. Есть сложные моменты, когда приходится потратить, например, как на пенсионный фонд, на материнский капитал. Мамочки пишут очень долго заявление, соответственно, долго уделяем им время на это. По словам специалистов, посетители не жалуются, ведь для них здесь созданы все условия. Просторные залы, комфортные кресла, кондиционеры. Услугами МФЦ пользуюсь не первый раз, оцениваю работу положительно. Добавить нечего, здесь хороший большой просторный зал, работают кондиционеры летом, персонал вежливый, вовремя обслуживают. 27 июля в России отметят День работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Однако свой профессиональный праздник специалисты Анапского МФЦ проведут, как всегда, на рабочих местах. Только по предварительным данным, к концу года им придется обработать более 300 тысяч обращений. Руслан Душевский, Анапа регион.